Вечір добрий. Триває інформаційний блок на каналі Кіровоград, як завжди його замикає тема дня. Сьогодні маємо можливість спілкуватися із Юрієм Думанським, ректором Донецького національного медичного університету імені Горького, доктором медичних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України. Доброго вечора вам. Дякую, що ви сьогодні з нами. І нашим глядачам, поки ми ще не почали розмову, повідомлю для тих, хто не знає, хоча навряд чи є ще люди, які не знають про те, що в Кіровограді тепер теж буде можливість здобувати вищу. Освіту і ставати лікарем завдяки у тому числі і Юрію Васильовичу. Отже, довгий час ми розповідаємо про вас. Ми говоримо про те, що нарешті абітурієнти зможуть прийти до вас, і кілька місяців тривала підготовча робота. Тобто, ви освоювали приміщення, ви вирішували питання, де будуть жити студенти, які не є місцевими, і таке інше. Станом на сьогодні, у відсотковому співвідношенні, що вдалося вже вирішити, починаємо з таких господарських моментів організаційних. Добрый вечер, телезрители. Да, действительно, подготовка к тому, чтобы открыть в Кировограде медицинский факультет, ну, длится, наверное, уже около 10 месяцев. Инициатива, в первую очередь, была, это народного депутата Украины Ярыныча Константина Владимировича, губернатора, председателя областного совета, ну, и, безусловно, наша. В результате вот такого синклита, если можно так сказать, нам удалось достичь сегодня консенсуса по организации факультета, медицинского факультета в Кировограде. Значит, что мы сделали? По сути дела, сегодня у нас, вот я только что ездил, смотрел, у нас готовы помещения для учебного процесса. Вот. По сути дела, мы решили вопрос по поводу общежития, в котором будут проживать студенты первого курса. Теперь в отношении того, сколько и каких студентов мы хотим принять на первый курс. Но мы планируем все, ведь зависит не от того, сколько мы хотим принять, а все будет зависеть от того, сколько абитуриентов, выпускников школ Кировоградчины подадут документы в наш университет. Потому что сегодня существует система, согласно которой в электронном виде каждый абитуриент подает документы, они кумулируются в Киеве, а потом Киев определяет в зависимости от рейтинга того или другого абитуриента определяет, в какой вуз, он желал, как бы, в котором он желал бы как бы учиться, будет учиться. Поэтому где-то, наверное, ну, числа 20 августа мы уже точно будем знать, сколько абитуриентов изъявили желание учиться на этом факультете. Если мы говорим о потужности университета, сколько сегодня вы можете значит, принять? Значит, лицензия наша, лицензия, которая позволяет нам учить абитуриентов, студентов на первом курсе и в, всего в УЗИ, значит, мы имеем право на первый курс принимать до 1500 студентов. Но это с учетом того, что мы принимаем студентов сегодня и в Краматорске, и в Славянске, где находится основная база нашего университета, мы планировали здесь, в Кировограде, на первый курс, на специальность медицина, принять 400 человек, 200 студентов на первый курс по бюджету и 200 по контракту. И кроме того, 100 человек принять на стомат факультет по контракту. То есть планируем 500 человек. И кроме того, помимо открытия второго медицинского факультета, первый в Краматорске, второй здесь, мы собираемся в Краматорске здесь еще и принять на учебу 200 иностранных студентов. То есть это будет международный медицинский факультет. Вы решили уже все вопросы, где мают проживать, вы сказали, и уровень проживания за кордонных студентов, зазвичай у них выше, скажем так. Мы определились, где будут проживать в первую очередь иностранные студенты, есть уже для этого все условия для их проживания. Вот. Но мы как бы сейчас к этому вопросу спокойно относимся, потому что заезд иностранных студентов на учебу будет происходить где-то в октябре, в начале ноября месяца. Сьогодні наша саме задача, це наші отечественної студенти, які повинні почати навчання 1 сентября. Питаю про іноземців, бо це певним чином поліпшить загальний рівень життя. Я вважаю, так Кіровограді, тому що це додаткові можливості і там кошти, надання послуг да, і кошти, да. додаткові таке інше. Тепер щодо ну, такого, скажімо, меркантильного інтересу мешканців Кіровоградщини, саме області. Велике сподівання на те, що із появою навчального закладу, який ви презентуєте, Питання забезпечення лікарями, лікарськими кадрами буде закрито в області, бо воно для нас є проблемним дещо і доволі гострим. Чи мають мешканці області, юні мешканці області, які до вас вступають преференції? якісь? Можемо сподіватися, Ні, що особих преференцій ніхто сьогодні не має, не тільки в Кировограчні, взагалі по Україні. Кожна абітурієнт вправі поступати яке вище учебне заведення. Просто сьогодні, якби ми йдемо поетапно. в этом решении этого вопроса идем поэтапно. В чем этапность заключается? Мы сегодня принимаем студентов на первый курс. Первый и второй курс – это теоретические в основном кафедры. Начиная с третьего курса студенты уже будут заниматься в клиниках. То есть возникают клинические кафедры, которые будут располагаться в лечебных учреждениях областных больниц и городских больниц Кировограда. К окончанию курса, Студенты, которые учились по бюджету на шестом курсе, у них распределение. Распределение ведет Министерство охраны здоровья Украины. Куда и кого послать на работу после окончания вуза. Если область к тому времени, когда вот те абитуриенты, которые сейчас поступят на первый курс, будут заканчивать к тому времени, если э, э, руководство области... Э, посчитает нужным всех выпускников, которые учились по бюджету, оставить в Кировоградской области, они соответствующую заявку дадут Министерству Министерство охраны и здоровья, и МОЗ распределит всех выпускников, распределит в Кировоградской области. Юрий Васильевич, сейчас станем на э, этапе, когда они вступают только. Чи працюете вы с держзамовленням целевыми направлениями? Ну целевое целевое направление существует, но там очень ограниченное количество абитуриентов, которые мы ну, целевиков так называемых можем принять. Там порядка это в основном жители сельской местности и, по-моему, там нам выделено, по-моему, 20 мест для Кировоградской области. Я думаю, что все жители Кировоградской области молодежь и парни, и девушки, которые поступят к нам на первый курс, они найдут свое место, место работы после окончания вуза именно в Кировоградской области. Тут особых проблем в этом, я думаю, никаких не будет. А те студенты, которые поступят к нам по контракту и будут сами платить за обучение, не государство, они а сами. У них вообще свободное трудоустройство, Вы они не вправе работать, вот... где захотят. Хочеться ще поцікавитись, у вас якістю отриманої освіти саме в кірвоградському відділенні. Хто працюватиме зі студентами і е, чи будуть вони конкурентно спроможними в будь-якій точці України після того, як отримають диплом? Я сьогодні вже збирав ног прийнятих на роботу студентів. Ми ці питання вже сьогодні обсуждали. До е, воєнних дій, поки вуз розполагався в Донецьку, на протяженні останніх трьох або чотирьох років Донецький національний медицинський університет. занимал первое место в рейтинге среди всех медицинских вузов Украины и 13 место среди всех вообще вузов Украины. Поэтому престиж вуза, по крайней мере для меня как ректора, первоочередная задача. Поэтому мы провели уже несколько встреч здесь, на Кировоградской земле, все желающие преподаватели, которые живут здесь, но хотят работать у нас, мы провели собеседование с каждым преподавателем, определили рейтинг всех преподавателей. Кто нам подходит в первую очередь, во вторую очередь, и поэтому основная масса преподавателей, которые будут преподавать именно на первом курсе, потому что там такие дисциплины: физика, химия, загальний, биология, загальни да. Мы набираем преподавателей, которые проживают в Кировограде. Нам это выгодно, не нужно решать вопросы социальные определенные. Вот, единственное, конечно, это требования, которые мы будем предъявлять к этим преподавателям, требования будут очень высокие. Потому что я считаю, что именно в медицинском вузе требования должны быть очень высокие. Мы готовим врачей. Цена помилки велика. Да, я вам дякую за розмову сьогодні. На жаль, маємо завершувати наш діалог, але впевнена, що він буде продовжений, в тому числі і в цій студії. Раді вітати вас на Кіровоградщині. Дякую. І Спасибо. з наступаючим святом вас, днем медика. Да, і всіх медиків зі святом. Спасибо. Дякую. Нагадаю нашим глядачам, що спілкувалися ми сьогодні із Юрієм Думанським, ректором Донецького національного медичного університету імені Горького, який відтепер буде представлений і в Кіровограді. Спасибі ще раз.